Здравствуйте, я актер Дмитрий Прокофьев, мне 53 года. Я работаю в театре имени Маяковского, снимаюсь в сериалах, в кино. Например, последняя работа – это «Скорая помощь», седьмой сезон. Или, например, этим летом я снимался в сериале «Шифр». Вот последние несколько дней я снимался в «Папиных дочках» в новом сезоне. Так что я готов к сотрудничеству. Пожалуйста, обращайтесь. Мой агент Мария Крыжанская. Вы прекрасно знаете, ну, могу прочитать стихотворение, если хотите, сыграть сцену, что угодно. Дмитрий Прокофьев, 53 года, актер.